Всем привет, с вами Информ ТВ. «Фабрика звезд» была не самой смелой и не самой оригинальной передачей тех лет, однако ей удалось привлечь к экранам телевизоров огромную аудиторию. В 2002 году сложно было найти человека, не знавшего, что победителями «Фабрики звезд» стал бой-бенд «Корни». Первый состав группы включал в себя мужественного Александра Бердникова, веселого Алексея Кабанова, мечтательного Павла Артемьева и, конечно же, строгий Александр Асташонок покорил не одно женское сердце. Популярность продолжалась до 2010 года. Тогда в составе произошли небольшие изменения. Группу покинули Александр Асташонок и Павел Артемьев, которые решили заняться сольным творчеством. А новым солистом, теперь уже трио «Корни», стал Дмитрий Покуличев. Сегодня коллектив не видно и не слышно. Павел Артемьев очень изменился внешне, но остался все таким же романтичным. Сегодня певец выступает в роли продюсера, исполнителя и автора песен рок-группы «Артемьев». Также он известен как театральный и киноактер. Павел до сих пор не женат. Алексей Кабанов. Он в 2017 году выпустил новую песню «Странные» и снялся в клипе участницы шоу «Голос дети». Сейчас он ведет свадьбы и различные корпоративы, а вот с сольной или актерской карьерой ничего не сложилось. Женат он на своей фанатке Розалии. Пара успела обзавестись и ребенком. В 2014 году Роза родила Алексею дочь Алису. Александр Асташонок. Он стал востребованным актером. Артист обучался на курсах Голливудской актерской студии и мечтает сниматься в Голливуде. Женат на Елене Венгержиновской. Она работала в свое время концертным директором коллектива «Корни». В 2005 году у них родилась дочь Виктория. Последний герой нашего видео – Александр Бердников. В настоящее время в его биографии нельзя найти громких ролей, да и музыкальная карьера остановилась. Недавно Бердников решил попробовать себя на новом поприще – политическом. Мужчина баллотировался в депутаты Госдумы Федерального собрания. Женат на девушке по имени Ольга. Они воспитывают 4 детей – дочь Милану, сына Марселя и близняшек – Розу и Валентину. А кто из солистов группы «Корни» вам нравился больше всего? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!